Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Магазин Холиплей. Первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня у нас будет ремонт BMW, капитальный ремонт. Капитальный ремонт, короче, сегодня у нас будет. Мурочки, но сегодня будем все с почестями делать, потому что Мурочка, сколько нам показалось всего прикольного, сколько она прыгала и так далее. Мне подогнал денег Джонни Прайд, это мой знакомый, у которого есть магазин одежды в Арзамасе за мостом, поэтому можете там закупаться, если что. Сейчас мы поедем за Муркой, подцепим ее, как бы да, потому что, ну, представим такую ситуацию, что все, бля, пизда машине, там капиталочка у нас. Хотя мы так сейчас будем капиталочку делать. Я вот команду, блин, не помню, какая там нужна. Команда сервера, работа, вот. Так, как подцепить машину, окончить работу, починить душ. Так, отцепить авто, подцепить авто, ТОВ. ТОВ. Нам нужно получить разрешение на буксировку. О боже, ладно, не получится, значит, у нас так ее починить, поэтому придется, хотя, блин, я хотел реально с почестями все сделать и так далее, но, к сожалению, почему-то не получается у нас это сделать. Ну, пишет, типа, разрешение какое-то нужно нам, типа. Ну, ладно, хрен с ним. Хоть крышочек давайте вот такого сделаем, типа, Мурка там, все дела. Вот так вот, все. И давайте сядем в нее. 500 тысяч, пацаны, просто дам за 20%, чтобы ее починить. Поэтому да. Блин, я думал, можно ее подцепить будет. Ну ладно. Хотя бы сделать, чтобы свою тачку можно подцеплять. Я реально думаю, со всеми почестями ее привезти, как бы, и так далее. Но, к сожалению, нет. Не знаю, давайте, наверное, починимся вот тут, в Батырево. Хотя... Хз. Давайте, ну да, в Батырево починимся тогда. Рядом как раз у нас здесь починка есть. Просто 500 тысяч идут в Мурку. Именно в Мурку идут. Не бойтесь, прыжки еще будут, пацаны. Мурка в деле еще будет. Просто я решил уже ее заранее починить, короче. Чтобы все было хорошо. Поэтому мы едем сейчас ее чинить. Заезжаем в СТО. Так, включаем чат. Что, камера не крутится? Так, вот, крутится камера, все. Давайте я еще здесь скриншотик сделаю на память. Пишем команду tune. И вот, капитальный ремонт 450 тысяч стоит. Я думал, стоп, я показал, что 4,5 миллиона. Че, пацаны, давайте, капитальный ремонт машины. 450 тысяч, пацаны, 20%. Сделал капитальный ремонт к транспорту. Окей, давайте туда... Попишем car pass. У меня, по-моему, было 78, если я не ошибаюсь. Это нормально вообще? Я всего лишь заплатил за 10%. Вы сейчас серьезно? Я сейчас заплатил 450 тысяч за 200%, понимаете? Ой, за 10, за 12% заплатил 450 тысяч. А где эти слова, что вот в группе там писали, что сделали 20%, чтобы забиралось? Чё за прикол вообще? Прикольно, сейчас бы 450 тысяч за 12% всего лишь. Хотя писали в группе, что 20. Просто охуенно, я в шоке, реально. Я просто в шоке, блядь. Ну это пиздец. Серьезно, 90% теперь, целостность 90% у нас. Охуенно, чё, охуенно, блядь. Просто великолепно, блядь, я реально в шоке.
Сейчас бы 450 тысяч отдать за то, что... Типа, блядь, вот... целостность машины стала на 12% больше. Охуенно просто. Я реально в шоке. Вот, блядь, я вот ради этого, блин, пиздец. Себе знал, я бы лучше, блядь, попозже бы ее починил хотя бы. Но теперь я хоть буду знать, и вы будете знать, что, блядь, это полная хуйня. 450 тысяч за 12%. Нормально? 450 тысяч, пацаны. 450 тысяч. При том, что у моей бэхи воска 900 тысяч, да? Вот нормально вообще, да? Продумано, пиздец, да, Мазинах? Ну серьезно, блин, могли бы реально это продумать. То, что если машина старой воски, чтобы ремонт был дешевле. Ну хотя бы 200 тысяч, но не 450, блядь, ебать его в рот. Серьезно, блин, ну у меня что-то подгорает. У меня одного так подгорает? Ну серьезно, напишите в комментариях, как вы считаете, справедливо или нет. Как бы, блин, у меня машина старой сборки, и я должен такие бабосы отдавать за нее. Не, я Мурку очень люблю, я, понятное дело, я за нее любые бабки готов отдать. Как бы, потому что это моя любимая машина, на которой я постоянно езжу. Но, блядь, как по мне, 450 тысяч за 12% такое себе, да? Ну, вообще такое себе. Я реально ожидал большего. То есть, чтобы получить вам полностью тачку, вам придется дать, ну, лямов 5. 5 миллионов, пацан, да, нормально вообще? Охуенно, да? Круто? Теперь я никому не буду давать ее кататься, блядь, потому что потом, блядь, мне придется обратно 45 тысяч отдавать. Теперь только... Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спавна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса, сразу за мостом, рядом возле 24/7 находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Так, у меня чуть закончилась память, но я удалил видосы, ненужные какие были. Ну серьезно, блин. Я, конечно, рад, что теперь моя целостность 90 моей машины, но, блядь, по какого хрена так дорого? У меня хоска 900 тысяч, они могли это продумать, что машину староговская могли бы цену другие им сделать. Ну серьезно, блин, такой бред просто. Я реально в шоке. Просто 500 тысяч, ну 450 тысяч дал, грубо говоря, непонятно за что. За всего лишь 12%. Я просто реально в шоке. Я просто в шоке. Знаете, что самое еще хуёвое? В банке с первыми я получал 5 тысяч, да? Сейчас я теперь получаю 2500. Какого хуя, я не знаю. Вот что за прикол? Кто знает, можете написать, пожалуйста. И у кого-то же такая хрень. Реально, я полгода, блядь, там скачал скилл, блядь, и всего лишь 2500 получаю. Это просто полный пиздец, реально. Ладно, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.